Так, и вот так вот происходит каждое утро. Вот у нас дворник детского сада жгет мусор. И, наверное, прекрасно сознает, что этого делать нельзя в черте города, а тем более на территории детского сада. Правильно? Вы знаете, что нельзя жечь мусор? Можно? Хорошо. Хорошо, отлично. Вот теперь это видео я предоставлю в РАНО и выложу в интернет, чтобы вам объяснили, можно это делать? Можно это делать или нельзя? Куда? На территории детского сада? Я не захожу на территорию детского сада. И я гуляю с пакетом, убираю за своими собаками. Так что можете успокоиться. И гуляю на территории, которая не облагороженная. А на вашей территории никто не ходит. А вот то, что вы нарушаете закон, и дети дышат этим. И мне очень интересно, знают родители этих детей, что вы ждете здесь? Все, хорошо, отлично. Вот теперь мы будем с вами...